в опасных условиях. Для первой стадии нужно сделать руки вот так. Это очень важная процедура, чтобы ветер не сдувал ваши руки. Потом берете бумагу и сдуваете ее на угольки. Нужно подсыпать листики, чтобы она затарелась. Короче, зажилось. Окей, хорошо. Еще чуть-чуть. Я почти доплыл. Ребята, болейте за меня. Сейчас еще сколько секунд осталось. Дима! Готовиться таким образом. Это нужно сохранить. Это выкинуть. Это очень важно. Это хорошая еда. Это мы едим, тоже едим. Это вы. Ты его поставил, а, Дима. Да, да, и вот так. Вот это еда хорошая. 100 свиней, Даник, ты мне привез? Да, да, царь. Да, царь, мы принесли. Даник уволен. Данка, где мои 40 овец? Принесла. Принесла, молодец. Александра, где верблюды бьются? Я принесла. Окей, хорошо. Кто там еще? Принесите мне соль. Мы сейчас принесем, принесите. Что так долго? Организация. Только не долго, Дим. Моя комната. Короче, мы не трогаем. Это так мерзко, что... Короче, ребята, намыли. Сколько там мы уже мыли? Ох, мне туалет надо. Так, быстрей. Упс. А где бирка? Какая бирка? Здесь! Извиняюсь. Там нужно... Что? Хотел сказать, ты не в тему как бы зашла. Мы тут заняты. В 8 классе у нас по английскому уроку было делать презентацию нужно, и я приготовился достаточно много бумаги, чтобы сделать 30 минут презентации, когда нужно было только делать 5. Поэтому представьте себе, как бы я выглядел, когда мне сказали, что после 5 минут я только вступление сделал. Ой, как плохо. Вы куда меня завели? Ау, помогите! Где мы? Кто я? Помогите, ау! Как развести огонь? Да. Вся пляпи готова. Вы такие послушные были. Давайте позовем Деда Мороза. Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! Спасибо, Снегурочка, ребятишки. Я вам принес сегодня очень много подарков. Снегурочка, поехали. Продолжаем.
Танец у нас здесь. Идите головой! Слушай, берешь вот так дерево, ставишь сюда. Берешь огонь. Я не услышал, у меня бананы были в ушах. Ага. Да. Как смешно. Готов говорить? Окей, все. Подходит сын к отцу и просит ключ от автомобиля, чтобы покататься с друзьями. Отец ставит условия – постричь длинные волосы. Сын говорит: «Ну, пап, ты ведь знаешь, что у Иисуса тоже были длинные волосы». Отец говорит: «Поэтому он и ходил со своими друзьями пешком». Короче, я иду гуляю такой по Москве и пришел сюда. О, кто такие? Мы туристы. А куда вы? Библиотеку. А, библиотеку, да? Ну, библиотека, короче, это вон туда. А, спасибо.